Привет, друзья! Правда, очень классная теневая фактура. Это новый мой авторский узор, раппорт которого составит 8 петель и 12 рядов по высоте в образце пряжи Аделия Хэппи. И давайте переходить к мастер-классу. Он будет очень простой. Все внимание на экран. Итак, давайте начнем с первого ряда. Кромочная Адалия, 4 изнаночные и 4 лицевые. 2, 3, 4 и 4 лицевые петли. Это первый ряд. Чередуем так до конца. Второй ряд и все четные ряды будем провязывать по узору, то есть так, как ложатся петли. И получается 4 изнаночные, 4 лицевые. Третий ряд. Все петли провязываем лицевыми. Четвертый ряд. Как и договаривались, вяжем по узору, и петли будут все полностью изнаночные. Пятый ряд, он будет похож на первый, но мы поменяем позиции провязывания петель. Теперь сначала 4 лицевые, 2, 3, 4, а потом 4 изнаночные. 1, 2, 3 и 4. Это пятый ряд. Шестой ряд, продолжаем вязать по узору, как и все четные ряды. 4 лицевые и 4 изнаночные. Девятый ряд полностью лицевые петли. Десятый ряд по узору и полностью изнаночные петли. И плавно подходим к завершению этой красоты. Одиннадцатый ряд полностью изнаночные петли. Изнаночные. И двенадцатый ряд заключительный. Полностью провяжем его по узору лицевыми петлями. На этом, друзья, мастер-класс я завершаю. Обязательно сохраняйте данный ролик, лайки, позитивные комментарии от вас приветствуются. Желаю вам отличного настроения. Скоро увидимся с новым мастер-классом. Всем пока!